Всем привет, с вами AppleTem, и это третий эпизод обзора игр и приложений для iPhone, iPod Touch и iPad. Начнем. Сегодня у нас 8 приложений, давайте начнем с VoiceChang. Это программа, которая изменяет ваш голос. Сфокусируемся. Ранее я уже делал кое-какую запись. Тут мы видим режимы, то есть режимы изменения голоса. Давайте в гели. Гангстер. И ты сразу отдашь iPhone, потому что невозможно сказать человеку с таким голосом нет. Эй, ну ты гони айфон. Самый смешной, мне кажется, из всех этих это пришельцы. И бурундуки. Такое вот приложение отжимает iPhone и похлеще Гарына. Далее игра под названием Longbow. Это стрельба из луков по мишеням. Если мы видим простое меню, нажимаем старт, постреляем в деревне в сложном режиме. Прицеливаемся. Сразу 7. Это самое хорошее попадание из всех, что я пока веду съемку. Потому что это уже не первый дубль. Ну, красавчик. Вообще. Раунд второй. Игра здесь идет по раундам. Вообще хорош. Чем дальше раунд, тем мы становимся дальше. Упс. Я удивился, если бы я попал. Хорош. В общем, такое вот приложение. Раунд 4 вообще откуда-то из залупы мы стреляем. Ну и мимо, соответственно. Такая вот игра, Longbow. Почувствую себя Робин Гудом. Далее идет приложение, о котором я сильно мечтал в школе. Это калькулятор. Но необычный. Здесь мы вводим все нашим пальцем. Например, 5 плюс 5 делить на 2. 5. Косинус 45 градусов плюс 11 делить на 2. Такой вот калькулятор. Удобный, красивый. Называется MyScript Calculator. Теперь игра под названием Clay Jam. Запускаем. Жмем Play. Игра выполнена так, в таком пластилиновом стиле. Вот ее смысл находится здесь. Мы давим нашим шариком пластилина всех, кого можем. Рисуя на пластилине такие узоры. Дорожка. Рола. И здесь мы сейчас ускоримся и убьем наглого монстра. На тебе. На 55, не знаю чего. На 55 пластинок пластилина мы его фигнули. Такая вот игра интересная. Clay Jam. Следующая игра сейчас бесплатно в App Store. Это Motor Blast. Такие качественные гонки. В Preferences есть настройки, где мы можем выбрать контроль и звук. Мы нажимаем Campaign. Проедемся здесь. Пройдемся на таком битя 70-х годов. Такой мега-робот, давай. Ну, а тебе. Таранится это все дело просто хорошо.
Сейчас мы их уделаем. Наверное. По травке. И вот мы первые, блин. Ну, в общем, мы хотя бы были первые, сейчас мы вторые. Уже третий. Мою тактику травки какой-то чувак спагиатил. Такая вот хорошая гонка, которая сейчас бесплатно в App Store, можете ее скачать. Кстати, все ссылки на программы будут в описании к видео. Гонки называются... Потерял их, блин, Motor Blast. Следующая игра, это тоже гонки, тоже бесплатно в App Store. 2XL Snowcross. Пропускаем. Swim Race, Arcade. На дефолтном режиме. Выбираем трассу, мы поедем по этой. На вот такой хреновине. Здесь мы можем делать трюки. Зря. Очень зря. Сейчас пройдем один круг и выйдем. В этой игре не хватает мультиплеера, потому что быстро надоедает. Блин, это все падает, что это вот. Вот или мультиплеер, или биту. Что подъезжаешь к чуваку и бита его на. Наконец-таки получился этот трюк. Вот тут бы битой на. Было бы красиво. Если бы еще и битой, и мультиплеер, вообще было бы отлично. Ну, в общем... Все с ней понятно, игра бесплатная в App Store, опять же ссылки в описании, называется 2XL Snowcross. Я не любитель Minecraft, но тем не менее эта игра находится в топах App Store, Blockheads, 2D Minecraft. Таким вот чуваком мы играем, загружается мир. Не знаю, что он долбит, я вчера пытался в нее поиграть, зашел куда-то вниз. И вот это происходит уже, не знаю, сколько. Еще и вид сзади, ну, короче, палево. Blockheads, Minecraft в 2D. И последнее на сегодня приложение, и я побегу в тренажерочку. Это игра, которая называется Gesundheit, по-немецки «Будь здоров». Игра не адаптирована под iPad, она для iPhone и iPod Touch, но тем не менее... На iPad тоже хорошо выглядит. Играем за такую чихающую свинью. Свиной грипп. Походу не прошел в Германии. Если кто-то смотрит из Германии, ребят, извините. Переходим на второй уровень. Тапами по экрану мы передвигаемся. Свинка эта сморкается. Сейчас сморканем на кнопку. Откроется этот вот проход. Так и случилось. Это чучело хавает сопли нашей свинки. Походу соплей мало. Да ради бога. Приятного тебе аппетита, братан. Так, нам это чучело надо загнать вот сюда. Чтоб оно благополучно, вот, там это даже показывает. Иди сюда. Алло, просыпайся, хватит спать. Сейчас мы тебе расставим конфеток. А, стой. А, нет, все, мы выиграли. Могли взять эту монетку, если вот это чудище подбежало и упало вот сюда. Но фиг с ней. Так вот мы в нее играем, проходим один уровень, открывается другой и так далее, пока мы не пройдем все. Такая вот игра. Gesundheit по-немецки будь здоров. На этом все, спасибо, что смотрели, ребят.
комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Да, ребят, забыл добавить, что в это воскресенье нас ждет такая офигенная штука, которая называется Jailbreak 6.1. Видео будет доступно в это воскресенье, либо в понедельник. В этом видео я расскажу вам, как делать джейл. Теперь точно всем пока, спасибо за просмотр, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока.